коллеги, Дмитрий Тарасов у нас сегодня в микс-зоне. Ваши вопросы по защитнику сборной России, да. Пожалуйста. Коллеги, ваши вопросы. Дмитрий, в первом матче молдаване забили со второго этажа. Вы хорошо играете на втором этаже, как помните, помочь его уберечь от гола наши ворота. Сложно сказать, я еще не знаю, буду играть в составе или нет. Вот, но если буду, то все сделаю, чтобы помочь нашей команде. Дмитрий, а что думаете о сопернике вообще в целом? Ну, думаю, будет непросто. Вот, хорошая, добротная команда, которая, наверное, сейчас команд нет, которая не умеет играть в футбол, надо серьезно готовиться. Если мы серьезно отнесемся к этой игре, я думаю, добьемся положительного результата. Наши сильные козыри? Я думаю, это атака. Тот самый гол в ворот сборной России забил Александр Ебурян, сейчас его не будет. Вы же с ним пересекались в Москве? Да, я играл с ним, хороший футболист. Но его отсутствие как скажется на игре? Я думаю, что нам надо отталкиваться от своей команды, а не думать о соперниках. Дим, Саша, как бы Арсенал, как ты думаешь, он заиграл бы не в том же, как в Лондоне? Я думаю, да, я уверен в этом игроке, и если все получится, желаю ему успеха. То есть Арсенал? Это надо у него, наверное, лучше спросить, вот. Но считаю, что это неплохой вариант. Ты как, не обсуждал с ним? Нет, я сейчас не обсуждал. Еще есть вопросы? Напряженная политическая ситуация в Кишиневе, вы скажете? Я уже отвечал на этот вопрос, что я футболист, и мы готовимся к игре, а все, что вокруг, мы даже не обсуждаем, и нас, наверное, не коснется этого. Как настроение-то вообще в команде? Хорошее настроение, все работают и готовятся к игре. Сегодня погода такая, практически зимняя. Тренировка – радость, поэтому все улыбаются и довольны. Все, коллеги, спасибо.